20-25-30 метров у нас сетки. Сетки стандартные. Каждый год одним и тем же, потому что нам же надо, чтобы результаты сопоставимые были. Поэтому применяются одинаковые по орудия лова. Каждый год на одном и том же месте, на одних, в то и то же время, одним и тем же набором сетей. Вот пока идет синец в основном. Этого добра навала. Ну, я считаю, в принципе, что синец у рыбинского водохранилища не долавливается. Рыба, скажем, не очень ценная, поэтому все в основном ловят крупного часика. Раньше проводили мелиоративные ловы, разрешали и в нерест вылавливать синца, это самое, густеру и прочую мелочь-то. А сейчас мелиоративных ловов нету, и синца очень много, очень. У нас иногда практически 80% годового улова составляет синец. Исследование ихтиофауны Рыбинского моря сотрудник Дарвинского заповедника Николай Зеленецкий проводит уже почти 40 лет. С самого начала для научного лова было выбрано два абсолютно разных места. Одна станция на глубоководном заливе, река Лоша, вторая на мелководном, Мшичинском заливе. Вот синец массово начал уходить из залива на глубину. Обычно он уходит, начинает уходить в водохранилище в конце июля, начале августа. А в этом году вот задержался до конца августа. Обычно в это время сети у нас на мелкого часика, на синца пустые. В этом году очень много. А все потому, что уровень воды в Рыбинском водохранилище в этом году аномально высок. Последние годы в истории искусственного моря прославились серьезными перепадами уровня не только по естественным причинам, как в этом году. Так, массовые сбросы воды в системе Волжского каскада в 2014 году привели к замору рыбы. Тогда к решению проблемы подключился губернатор Вологодской области. В адрес Федерального агентства водных ресурсов глава региона внес предложение по стабилизации уровня воды Рыбинского водохранилища. Пытались повлиять на ситуацию и журналисты. Для того, чтобы только дозвониться до Федерального агентства водных ресурсов, был потрачен не один день. От управления к управлению, от отдела к отделу нам все-таки удалось добраться до нужного чиновника. Однако, по сообщениям секретаря, заместитель руководителя агентства Вадим Никаноров целый день был то на совещаниях, то просто куда-то выходил. А когда все-таки оказался на месте, с нами лично по телефону разговаривать не посчитал нужным. Алло. Алло. Да, вы знаете, он занят. А подскажите, когда перезвонить, во сколько, чтобы можно было поговорить? Сейчас, секундочку. Ну, вы знаете, как бы я не могу точно сказать, когда. Но в ответе на письменный запрос представители ведомства по сути сообщили, что ничего страшного в этой ситуации не было. При этом ученые отмечают, если держать нормальный уровень воды, весной вовремя поднимать, а летом вовремя сбрасывать, то Рыбинское море сможет воспроизводить рыбные запасы самостоятельно, и собственных нерестилищ хватит с лихвой. Однако уровень воды в Рыбинском водохранилище определяют энергетики, а не Росрыболовство. Такая же парадоксальная ситуация и в регулировании вылова рыбных запасов. Данные научных исследований, в том числе, ложатся в основу распределения квот на промышленный лов рыбы. Однако все основные рычаги управления сосредоточены в Москве, и ученые зачастую не имеют возможности оперативно влиять на принятие ключевых решений по хозяйственному освоению водохранилища. Слишком много бюрократических проволочек. Нет возможности быстро реагировать на ту или иную ситуацию, складывающуюся на отдельных водоемах. Где-то, может, можно это самое вовремя приостановить, лов каких-то видов, что-то разрешить. Но для щуки в последние годы складывается ситуация очень неблагоприятная. Она связана с тем, что очень высока численность рыбаков-любителей. Вот и зимой, и летом на судах, на снегоходах, на все они очень интенсивно осваивают водоем. Вот и щука, как наиболее, так сказать, такой ценный вид для любительского рыболовства, на нее направлены все усилия, и она очень интенсивно вылавливается. Вот. С другой стороны, последние годы в связи с нестабильностью уровня рыбинского водохранилища,
щука страдает от недостатка нерестилищ. Свои коррективы вносят климатические изменения. Растет продолжительность безледного периода, сумма положительных температур. В итоге в начале 90-х в наши северные широты поднялась Каспийская тюлька. И если столбик термометра будет продолжать двигаться в сторону тепла, не исключено, что в скором времени в Рыбинское море придут новые южные виды. И начиная с примерно 1975 года, и по 2010 ступенчато нашел постоянный рост температуры. То есть вода в водохранилище самое летом теплее, льды тают весной, самое распыление льда и вскрытие рек происходит раньше, а замерзание позже. Бывает, было уже лет 5, наверное, когда положительные температуры воды отмечались даже в декабре. С появлением тюльки появились вот это самое, немного произошел сдвиг в системе. Вот хищника стало больше, берж появился, который раньше, если мы ловили в 80-е годы, 2-3 берша за год попадало нам, а то и вообще не попадало, то сейчас это количество переваливает за 25-30 экземпляров. Он стал промысловым видом. Сом тоже стал промысловым видом. То есть количество хищника увеличилось у нас. Для рыбьего стада такая теплая атмосфера – большой плюс. Увеличение продолжительности сезона с положительными температурами – это возможность существовать в более комфортных условиях, не подо льдом при недостатке кислорода и питания. Но если рассуждать в масштабах планеты, то потепление климата может привести к глобальному похолоданию, констатирует Николай Зеленецкий. А это значит, новый ледниковый период – вполне реальная перспектива. Однако случится это очень нескоро. Вес, длина, каждую особь измеряют. Помимо этого, по весне определяют срок нереста, начало икрометания, а летом количество, которое нагуливается в заповедных заливах. В них, к слову, нерестится 80% всего рыбьего стада водохранилища. 7300. Ихтиофауна Рыбинского водоема насчитывает 38 видов. Вот. Но самое многочисленное количество – это виды карповых рыб. Они насчитывают более 20 видов, 24 вида практически. Ну и еще несколько видов других семейств. Это семейство фиговые есть, сомовые, значит, окуневые. Вот, и несколько более меньших видов. Ну, кроме карповых, остальные семейства, они насчитывают 2-3, максимум 4 вида.